Вот на AliExpress за 190 рублей приобрел такой вот набор. Ну и, собственно говоря, 2 недели спустя вот он у меня. Даже подписано. Прикольно. Довольно-таки компактный размер. Получается 5,5 на 7,5 сантиметров. Ну и 2,5, 2 вернее, сантиметра в толщину. Для чего приобретался? Для того, чтобы можно было крутить гайки при помощи сога. О, то, что нужно. Компактно. Каждая головка подписана. Это на 13. Вставляем в соответствующее гнездо ее. Есть даже на 5. Самая маленькая. По качеству исполнения меня устраивает. Все головки подписаны. Вот такой вот аккуратный наборчик получился для походных условий. Если на выезде где-то нужно будет подкрутить гайку. От 5 миллиметров до 13 миллиметров. Я думаю, он с этим справится на ура. Вот такой вот коротенький обзорчик.